Zombie Crate. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут за жалобы на него. Так, комбо с ДСП на борту. Двенашка. Гудит немного. Сейчас послушаем, что он выдает. Что у меня с этим проходничком не особо. Вот такая ситуация, то есть комбиком пользоваться практически невозможно. Нужно снимать шасси. Так, для этого я поставлю вот так. Винтики сняты. Нет, не все. Так, это может держать. Нет, все. Это еще что-то держит у нас. Так, это у нас разъем на тюнер. У нас уходит у нас вот сюда, чтобы не оборвать. Давайте вот. Так, динамик пока нам не нужен. Тюнер, что нам делать с тюнером? Посмотрим. Ага, там он на соплях. Это печально. Такие подарочки есть. Значит, снимать. Ну вот такое шасси. Сейчас мы им займемся. Инструменты сразу вижу, что не совсем распространенные, к сожалению. Но сделаем все равно. Крейтовцы, конечно, здесь намудрили. Ставили много разъемов. Навели кучу проводов. Ну, первый признак был external speaker не работает. Пришлось цепляться вместо динамика. Это меня сразу немного смутило. И при подключении вот этого разъема, хотя казалось бы здесь только одни гнезда, питание операционных усилителей плюс-минус 15 вольт падает сразу же. Что-то подкорачивает. Как и ожидалось, сняв плату, здесь кроме разъемов ничего нет. Почему же после подключения вот этого разъема с гнездами двухполярное питание всей схемы сразу проседает? Будем разбираться.
включу вентилятор. Думаю, не лишним будет ватку немного промыть. Отключим, пусть сохнет. Так, а дальше уже не сильно интересно. Происходит вот что. Потенциометры обработаны, но треск ушел. Но надо доставать всю плату, снимать и пропаивать все греющиеся и не греющиеся. Причем это именно вот в этом канале. В этом канале вроде все нормально. И в красном канале. Нет, тоже в красном канале. В общем, в клине все хорошо. А в двух каналах надо заниматься пропайкой. Я думаю, это уже не так интересно смотреть, как я эту плату сниму, как я потом пропаяю, как я потом соберу. Это обычная рутинная работа. Ничего там такого особенного нет. Просто хочу сказать, что многие начинают там менять какие-то электролиты, выходные транзисторы. Вот по такому пути люди идут. И считают, что они обязательно должны выйти из строя. Нет, в таких аппаратах они достаточно надежны. Хотя, конечно, зависит от завода, где это собиралось. На этом все. Подписывайтесь. Задавайте вопросы, отвечу быстро. Всем счастливо!